Ну что, сегодня понедельник, 16 марта 2020 года, Санта-Крус де Тенерифе. Несмотря на то, что объявили карантин вчера, вот, но он, я так понял, не такой прям, чтобы дичайше жесткий. Короче, такая тема, что можно ходить там на работу, даже на автобусах, на машинах, даже на самолете можно лететь. Вот, просто типа надо ходить по одному. Вот, если ты там идешь, то в магазин, там вот тебе еще куда-то. Ну вот мы сейчас идем, ищем магазин. Надо купить что-то покушать. Потому что все-таки мы решили уезжать отсюда. Ну, это не вариант сидеть здесь в квартире, выходить только в магазин за продуктами и бегать от полиции. Потому что тут уже я вычитал, что за эти нарушения карантинов этих и штраф там от 100 евро, там, и до года тюрьмы даже. То есть такая тема. Вот сейчас чуть-чуть попробую так, под видом того, что я иду в магазин, заснять город. Вот. Решили улетать сегодня, поменяли билеты там с небольшой доплатой. Вот у нас там отсюда с Тенерифе в Малагу сейчас будет вылет сегодня днем. Вот в Малагу возвращаемся обратно в то место, где мы жили. Ну вот, а потом уже будем думать, как с теми билетами, которые дальше, как их там поменять можно, чтобы вернуться уже в Москву. Ну тоже так, чтобы не задерживаясь там, через там 2-3 дня, как получится, поменять, чтобы уже уехать. Потому что, конечно, все весело, но хрен его знает, мало ли что, лучше не рисковать.